Приветствую вас, дорогие мои отцы, братья и сестры. Поздравляю вас с праздником святых московских святителей. Имена вы их слышали сегодня. Начало они ведут от святителя митрополита Петра. И вспоминаем мы, конечно, одного из величайших святителей уже с сегодняшнего времени, святителя Тихона, патриарха Московского и всей Руси Тихона. И также, конечно, этот праздник относится к нам особенно, потому что среди этих московских святителей сонно есть имя святителя Алексея, и Московского и всей Руси чудотворца. У каждого из святителей было одно служение – служение Христово, Слово Божие, проповедовать именно это Слово, доносить до сознания и чувств людей, до душ, до сердец людских. Что они и делали. Каждый жил в свое время. Время было у каждого непростое, и Господь дал именно пронести свой подвиг, святительский подвиг, который заканчивался для некоторых очень трагически, как мы знаем. Вот. Кто и подвергался и суду, и смертоубийству, как от своих, и как от чужих, как мы знаем историю святителя Филиппа, патриарха, митрополита Московского, который был убит по приказу царя Ивана Грозного. Так мы знаем, конечно, подвиг святителя Ермогена, патриарха Московского и всей Руси, убитого интервентами во время страшной войны 1612 года, междоусобной, страшной войны, интервенции именно с других сторон, с других стран, потому что многим хотелось расшатать Россию, всячески расшатать, именно искоренить прежде всего веру православную с земли русской. Для этого и были предприняты всякие интервенции, всякие походы. Прежде всего, эти походы были против веры Христовой. Вот святитель Петр Московский и вся Руси, который так желал быть в Киеве, именно остаться, но в Киеве было остаться невозможно, потому что Киев был разгромлен различными вот такими кочевыми бандами, можно так сказать, мог и каждый день подвергаться различным разбойничным нападениям, поэтому митрополит Петр решил все-таки уехать в город Владимир к своему преемнику, который был до него, уже скончался, митрополиту Максиму. И, приехав во Владимир, он вдруг неожиданно для всех избирает небольшой город Москву. Никто не ожидал, потому что Москва был незначительный городочек такой. Но он приезжает в этот город и устраивает там церковь в честь успения Пресвятой Богородицы, которая сейчас находится на территории Московского Кремля. И вот с этого времени Москва начинает прорастать землями, и постепенно вот такой труд митрополита Петра, молитвенный труд, духовный труд, приводит к тому, что те князья, которые яростно воевали друг с другом, отвоевывали земли, русские князья, правители земли русской, но воевали с друг с другом, отвоевывали друг у друга земли, людей, крестьян, вдруг постепенно приходит к осознанию, что нужно объединять свои усилия. И эту творческую, духовную работу продолжил уже святитель Алексей Московский и вся Россия чудотворец. Именно он, благодаря ему и его сподвижнику, преподобному Сергию Радонежскому, русская земля объединилась, что позволило, в конце концов, в 1380 году одержать победу, решающую победу над монголо-татарским войском, что позволило русской земле вдруг осознать,
что мы, оказывается, можем и победить, осознать свою силу, силу не только физическую, а именно силу духовную. Потому что если бы не было духовных усилий, если не было вот такой духовной направленности, творческой направленности духовных наших именно лидеров, как святитель Алексей, преподобный Сергий, то, конечно, мы вряд ли что-то произошло. Но вот только Господь явил миру светильников своих и являет каждый раз. Вот в сегодняшнем апостольском послании к евреям апостол Павел так и говорит: «Братья, почитайте наставников ваших, ибо они бдят о душах ваших и дадут слово, ответ перед Богом за вас». То есть именно наставники, духовные наставники, они прежде всего дают ответ не только за себя, но прежде всего за тех, за кого они отвечают. И вот такой труд святительский именно, как был у наших, и как есть у сегодняшних наших святителей, у святейшего патриарха московского Серафима Кирилла, предшественников его, это был прежде всего на созидание, именно укрепление Церкви Русской и укрепление, конечно, духа в нашем русском православном народе. Ну, вот на русской земле в разные времена и жили люди, которые были совершенно другой национальности. Мы их знаем, можно перечислить. Они служили при царских дворах, но они ощущали себя и чувствовали все прежде всего русскими людьми. От чего это происходило? А потому что именно вот дух русского народа, дух православной церкви позволял им быть причастниками к великому русскому народу. И они не отделяли себя от русской земли, а прежде всего веру и правду служили русскому отечеству, российскому отечеству. Вот, оказывается, слова апостола какие, да, что нет у Христа ни иудея, ни эллина. Мы едины во Христе. И вот когда люди именно являют такое единство во Христе, то они считают себя именно кем? Христианами. Вот это, кто приводит их к такому осознанию? Конечно, пастырь духовный приводит к такому осознанию, что именно человек должен ощущать себя в единстве со своим народом. Пусть он даже другой национальности, но ты чувствуешь, что это твой народ, ты на своей родине. Мы знаем это очень многих примерах из жизни святых людей. Императрица Александра, прежде всего, можно вспомнить ее, да? Кто она была, как ее называли, немка пришла на русскую землю. Она стала истинным русским человеком. Что это? Что привело ее к такому осознанию? Конечно, вера в Господа Иисуса Христа, в любовь к этой стране, в любовь к своему супругу привела ее к тому, что она себя стала ощущать настоящим русским человеком. Конечно, злые языки говорили, она предательница, она то делает, она служит тому-то, на то не злые языки. Они всегда были и будут. Они, как мы вспомним, и на Господа Иисуса Христа, который ничего не сделал плохого никому, не согрешил, его довели до того, что распяли, да, и постоянно говорили, клеветали на него и лили, как говорится, грязь. Поэтому ничего удивительного, что сегодня на Церковь Христову тоже такая грязь часто льется, а и делать очень сейчас легко. Мы, как знаем, средства массовой информации, пожалуйста, даже скрылся за каким-то псевдонимом и что-то такое грязное написал, да, порочащее. И кажется, что вот смотрите, это мнение большинства людей. Но мнение людей, трезвомыслящих людей, оно, конечно, совершенно другое. Кто именно видит правду Божию, кто ощущает где правду Божию, тот понимает, для чего и для кого именно явлена здесь в мире Церковь Божия. Да?
для спасения здесь пребывает.